Времени суток, дорогие мои подписчики. Сегодня воскресенье, 13 декабря. Сейчас где-то около 2 дня. На улице плюс 4. Так, вы знаете, дождливо, но не холодно. Совсем не холодно. Там вдалеке детишки играют. Решили с мужем прокатиться в то место. Если, опять же, по местам фильма «Отель Белград». Помните, когда они бегали и увидели стену, где девушка нарисована? Даша еще спросила, это я? Он говорит, да нет, говорит, не ты, он муж, пошел мусор выбрасывать. Говорит, не ты, вот туда хотим, это, оказывается, стена существует. Я узнала адрес, мне подсказали, и мы хотим туда съездить, посмотреть, это граффити. Надеюсь, вам тоже понравится. Поехали с нами. Мы поедем на автобусе, потому что это где-то опять в районе центра города. Как всегда, припарковаться негде. Так что едем на автобусике. В центре города Белграда, возле улицы Князя Михайла, есть продовольственный рынок вот с такими замечательными крышами. Я не могла пройти мимо. Надеюсь, вам тоже нравится эта архитектура. Здесь еще море голубей, они практически ручные. Наверное, все подкармливают, поэтому людей они не боятся. Куда нам надо, мы через площади Князя Михайла проходим. В дневном свете вам теперь покажу. Вот он, Князь Михайла в своем великолепии. Сзади него, вы уже знаете, это Народный музей. И чуть-чуть подальше, вот он, это Народный театр, который был основан Князем Михайлом в 1822 году. Эти все познания мне муж сказал. Вот такая вот, там немножко. Когда будет тепло, здесь кафе будут работать. Прогулочная площадь. Центр Белграда. Мне нравится. Не знаю, как вам, я люблю такую архитектуру. Еще раз вам. Самого главного князя Михаила. Stop.
Простая стоянка для машин, вот так вот оформлена. Какие-то детские мотивы, да, в детских мотивах, там комиксы, дом тоже интересно. А почему бы нет? Может быть, да, кому-то не понравится, я согласна. Но мне лично вот эти художества вообще не мешают жить. Меня они только радуют. Лучше пусть так люди выражают свою творческую, так сказать, натуру, чем будут пить, курить, дебоширить. Почему нет? Вышел, нарисовал. Ничего страшного. Жалко, машинка стоит, не могу. Вот это, наверное, из какого-нибудь мультика сербского, я так понимаю. Ну, посмотрим сет. Это в виде комикса. Что-то пишут, что-то говорят. Вот немножко уже пол комикса отгрыз кто-то. Тоже оригинально оформлена пиццерия итальянская. Граффити вообще в тему вошли. В такую пиццерию хочется прийти. Но сегодня закрыто, я смотрю, все. Да. Смотри. Это что? Food por. Это что такое? Европор. О, европорн. Вы представьте, куда мы зашли? В дом, где порно снимают. Ребята, вот это мы попали. Ой-ой-ой. Это интересно. Я бы не заметила, это муж у меня тут. Все, что насчет порно, это все к мужчинам. Они все видят. Тут же... Такие интересные. Вообще район какой-то странный немножко. Покружу здесь, но интересный. Так что, знаете, есть еще и дом порно. Может быть, это не так, но муж сказал так. Будем верить ему. Вот такая у нас получилась прогулка по центру города. И мы зашли на улицу Цетинска, 15. Именно здесь находится портрет Дарьи из фильма «Отель Белград». Надеюсь, вам понравилось наше путешествие. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Будет еще много-много интересного. Я вас всех люблю. Пока-пока!